В Актюбинской области автобус с вахтовиками столкнулся с КАМАЗом. Есть жертвы. По факту ДТП проводится расследование. В связи со сложными погодными условиями полицейские рекомендуют водителям не покидать населенные пункты без особой необходимости. Лейла Ауесова следит за прогнозом погоды. Сильный гололед спровоцировал аварии на республиканских трассах. На границе с Кустанайской областью лоб в лоб столкнулись белый внедорожник и грузовая «Газель». Пострадавших отвезли в больницу. Еще одно ДТП произошло в Темирском районе. На 13-м километре автодороги Жанажол-Покровка пассажирский автобус на полном ходу врезался в полуприцеп КАМАЗа. В салоне находились 12 нефтяников, которые возвращались домой с вахты. Два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще троих госпитализировали в центральную районную больницу. Полицейские просят водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без особой надобности. В связи с ухудшением погодных условий, департамент полиции Актюбинской области просит вас быть более внимательным на дорогах. Строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и интервал движения. Убедительная просьба. Заранее планируйте свой маршрут с учетом погодных условий. Следите за техническим состоянием своего транспортного средства и помните, соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. Между тем, аномально теплый декабрь без снега и морозов наблюдается в регионе впервые за четверть века. Температура воздуха на 8 градусов выше нормы, говорят специалисты КАЗ-гидромета. Такого синоптики не наблюдали с 1995 года. К слову, в прошлом году в это же время в Актюбе лежали сугробы, да и температура воздуха была ниже на 6-8 градусов. В праздничные выходные небесная канцелярия порадовала актюбинцев обильными осадками, но из-за резкой оттепели снег уже тает. Сейчас на улице безветренная и почти плюсовая температура. Для середины декабря это слишком теплая погода, говорят синоптики. Однако на загородных трассах сохраняется угроза гололеда, поэтому водителей просят воздержаться от дальних поездок. Лейла Осова, Жомарт Тойбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе.